говорю вам по секрету, хорошо быть за рулем. На велосипеде еду, с ветром мчимся мы вдвоем. Очень приятно отправляться в путешествие на папиной машине. Только папа при этом должен обязательно ехать с нами и быть за рулем. Путешествовать решили мы на папиной машине. Папа крутит руль легко, можно ехать далеко. Прекрасно также путешествовать на автобусе. На одних автобусах мы можем покататься по городу, а на других отправиться в другой город или даже в другую страну. Представляешь, малыш? Я билетик покупаю. Ждет дорога впереди. Старшим место уступаю. Всем нам доброго пути! В путешествие отправляемся. Дождь или ветер, а нам все равно. В путешествие собираемся. Нам пора, пора, пора уже давно. А как весело, малыш, кататься на трамвае или на троллейбусе. У них такие смешные рожки, которыми они держатся за провода. Только трамвай бежит по рельсам, а троллейбусу рельсы не нужны. На трамвае интересно. Он бежит всегда по рельсам. Он как поезд нас качает. Нас машины пропускают. Кстати, не вздумай, малыш, обходить трамвай сзади. Это очень опасно. Трамвай нужно всегда обходить спереди, чтобы встречный трамвай хорошо тебя видел. И огромный, и рогатый транспорт в мире есть, ребята. Друг железный на пути. Эй, троллейбус, прокати! Да, если встретишь такого огромного рогатого быка на дороге, то можно и растеряться. А на дороге, малыш, этого делать нельзя. Чтобы не бояться быстрых машин, трамваев и троллейбусов, надо знать правила дорожного движения. Без этого вообще не стоит отправляться в путешествие. Так вот, с чего надо начинать подготовку к путешествию, мой друг. Мы выходим на прогулку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы идем по переулкам, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Теплый ветер за собою зовет, зовет. Теплый ветер за собою зовет. Светофор зеленым глазом, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подмигнул и ясно сразу, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Путь свободен пешеходу, вперед, вперед. Путь свободен пешеходу, вперед. Всем машинкам и пешеходам нужно точно, 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 точно знать, как верно ехать по дорогам и как правильно шагать. Просигналили машины, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Заскрипели громко шины, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шел котенок несмышленый на красный свет. Шел котенок несмышленый на красный свет. Мы ему сказали дружно, ой-ой-ой, ай-яй-яй, то, что правило знать нужно. Всем-всем-всем. Красный свет, стоим на месте, такой секрет. Красный свет, стоим на месте, такой секрет. Всем машинкам и пешеходам нужно точно, 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 точно знать, как верно ехать по дорогам и как правильно шагать. Мяу! Как хорошо, что вы помогли перейти мне дорогу. Я так испугался. Эти огромные машины, мяу, были со всех сторон. Я, наверное, что-то не так сделал. Мяу. Да, котенок, без правил дорожного движения далеко не уйдешь. Как переходить дороги, где можно ехать на велосипеде,
как обходить трамваи, обо всем этом написано в тоненькой, но важной книжке «Правила дорожного движения». Мурр, я никогда не узнаю эти нужные правила. Я читать, мяу, не умею. Не беда, не вешать хвостик, ой, носик. Мы с малышом тебе все расскажем.